В ходе подготовки доклада был проанализирован большой массив статистических данных и аналитических материалов. В городе действует 108 общественных организаций, некоммерческих объединений более 40. Однако димитровградцы не особо активно участвуют в общественно-политической жизни города. По нашему городу данные таковы. Почти 100% опрошенных, а опрошено было где-то в пределах 300 человек по городу, не являются членами политических партий и общественных организаций. Но зато возрос процент членства в профсоюзах с 5 до 9% за последние 4 года. В свою очередь глава города отметил, что гражданское общество у нас активно формируется и уже не первый год ведется открытый диалог общества и власти. Примером тому может служить работа общественной палаты. Конечная цель такого взаимодействия всем ясна – это улучшение жизни димитровградцев. Добиться этого возможно как раз только совместными усилиями. Я как руководитель муниципалитета, безусловно, вижу очень многие недоработки и те горячие точки, которые требуют немедленного приложения этих сил. И настраиваю власть на работу в этих направлениях. Подобные аналитические доклады общественная палата теперь будет готовить ежегодно. Арина Макарова, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.